Находимся на улице, где главная синагога или самая старая синагога Марселя. Сегодня выходные и людей мало, но мы можем посмотреть, как она выглядит, эта синагога. Так что, друзья, в Марселе существует 10 синагог. Это означает, что довольно большая популяция или же большая диаспора евреев здесь, в Марселе. И работает тоже много. Есть как религиозные, так и светские евреи. И для этого Бог поставил стражей, чтобы молиться. Авину Шибашимам Абавы, thank you so much for this time. For this time of working together, see the Jewish people get saved. We ask that you will bless the Marseille, the congregation, the church that we're reaching out to the Jewish people who are interested in to find out about prophecy and part of Jews in the body of Messiah. We ask that you will bless them and keep them safe and bless them to receive the gospel. We ask that you will bring a revival to the Jewish community in here in Marseille. Абба, мы благодарим Тебя, что Ты сильный, всемогущий, и Ты спасаешь свой народ. Эти 10 синагог, которые в Марселе, Ты дашь пробуждение, Ты дашь милость и народу Твоему, который ищет Тебя, который заинтересован в понятии Твоих пророчеств, Господь, о Мессии. Благослови во имя Иешуа. Аминь. Мы покидаем сейчас еврейские кварталы, находимся в зоне, где много всяких государственных учреждений, и особенно посольств. Так что здесь проходят всевозможные ярмарки, ну и ситуация как бы очень мирная, хотя и когда я стоял возле синагоги, проезжающие мимо на Мерседесе арабы что-то кричали. А это у нас, у них такая дерибасовская, как у нас дерибасовская. Здесь у них такая улица, где только ходят. И здесь много разных магазинов, чтобы посетить. Как вышли от еврейского квартала сразу на дерибасовскую, то есть марсельскую дерибасовскую. Сейчас мы зашли на территорию более арабскую, где находятся 22 мечети. Можно и сразу разницу. Грязно, много людей, крики, запахи разные. Так что и, конечно же, открытые пожары. На улицах сразу напоминание, как будто мы в Израиле находимся. Так что здесь все продается. Рыба. Вещи. Попали на арабский базар по улицам. Прямо находясь возле ресторана, который самый популярный, здесь на улице продается вся живность, которую можно купить. И удивительно, да? Здесь купить, сварить и сделать. Здесь есть суп, который стоит от 40 долларов, евро до 1000. Полиция побежала, там где-то... Только что был взрыв на Козерове. Да, так, конечно, был взрыв, люди побежали, там какие-то манифестации. Так что вон готовятся полицейские. Мы попали как раз в ситуацию интересную здесь. Марселе. Тут наблюдают, что происходит, полиция с автоматами реальными.